Уважаемые дамы и господа, дорогие наши партнеры, проектировщики, экспертная комиссия, мы очень рады приветствовать вас в этом году на конкурсе «Премия Грумфос 2012». В этом году было подано более 700 работ. Представленные работы будут оценены независимыми региональными комиссиями во всех регионах нашей необъятной страны. Желаю всем удачи, победы! По результатам голосования Федеральной экспертной комиссии победитель конкурса «Премия Грумфос
2012 экспертной комиссии признаны Шапошников Владимир Дмитриевич, СИП гиперкоммуна «Водоканал» в номинации «Движение». В номинации «Достижение» признан лучшим проектом из ЗАО Светланы Яковлевны «Тюмень-Промстройпроект». В номинации «Цивилизация» признан лучшим Тютин Константин Леонидович, ЗАО «Промэнерго». В номинации «Безопасность» признан Голицын Алексей Борисович, «Тюмень-Нефтегазпроект». В номинации «Технология» лучшим проектом признан проект Хансом Нины Николаевны, СИП «Гиперкоммун Водоканал» города Новосибирска. Уважаемые коллеги, в результате обсуждения представленных проектов победители по отдельным номинациям, абсолютным победителем объявляется Голицын Алексей Борисович, представляющий ЗАО «Тюмень-Нефтегазпроект» с объектом обустройства Тянкинского месторождения центрального пункта сбора нефти. Сегодня мы подводим окончательный результат конкурса «Премия Грунфос 2012». Поздравляю вас и передаю вам ценные призы за победу в номинации «Безопасность». Спасибо. Мне вдвойне приятно поздравить вас и сообщить то, что вы выиграли главный приз «Премии Грунфос 2012». Это сертификат на право приобретения туристической путевки в любую страну мира номиналом 200 тысяч рублей. С радостью передаю его вам и желаю вам и в дальнейшем принимать участие в наших конкурсах, побеждать, ну и радовать и себя, и нас своими великолепными работами. Данная победа для меня стала полной неожиданностью. В данном конкурсе мы представили свою работу впервые. И, конечно же, в последующих конкурсах мы также надеемся, что представим свои будущие работы. Я хочу отметить, что вот такой масштабный конкурс, он, безусловно, показатель, во-первых, развития систем водоснабжения и водоотведения во многих городах России. Во-вторых, это показатель интереса к фирме Grünfos. И в-третьих, на мой взгляд, это, безусловно, показатель достаточно, на мой взгляд, серьезного инженерного персонала практически во всех городах России.